Дим. Почему мне типа почти? А раскупки все равно. Мне в 10 надо пораньше выйти. Чтоб пробки не попадали. Ну я послезавтра, получается, с работы приеду в пятницу 20. Это орхидея, кстати. Я только что заметила. Да, орхидея, я сразу заметила. Вау. Тебе тут ничего нету. Нету. Класс. Очень красивый букет, прям вообще. Шикарный. Новый. Да, Сонечка? Ну, а, да, приемку по партии. Ну, смело. Сейчас я тебе его обновлю, да? Я иду, Лаки, иди сюда. Маша, если я узнаю, что на втором этаже она была, Лена не разрешала ни в коем случае. Кто пошел на второй этаж? Кто пошел на второй этаж? Не надо ее. Так. Кто пошел? Так. Типа я не ходила. Это все поклеп, да, Лакуш? Я не ходила. Я не ходила. Маш, дай мне. Вау, и вот это тоже надо сфотографировать. Тоже Линкин Парк. Где тут написано? Вот, Линкин Парк. А кто это? Что это за герой? Ну, блин, как там? Это из фильма «Трансформер», да? Из «Трансформер». Альбома нет. А, да, из альбома. Это обложка. Машину дорисовал. Обложка. Все, классно. А это робот с обложки. Ух ты! Боря! Супер! Боря, меня вчера тренировал. Финкопоп, фигурка коллекционная. Что это вчера был? Как его зовут? Ну, видишь, обложка с роботом. Как его зовут? Короче, они делают такие игрушки, там, Джон Леннон, допустим, там, или разные, с большими такими головами, или героев там из фильма. А как его зовут, ты сказал? Поп какой-то. Это называется те, кто делают эти игрушки. Финкопоп. А знаешь чего? Фанкопоп. Фанкопоп. Фанкопоп? А. Ты знаешь чего отравил? Он лекарство не пил воды. И лекарство он отравил организм. Ведь говорят, 2 литра надо пить. Кать, привет. А я же здоровалась. Еще раз. Еще раз. Привет. Это какой-то Антон, помните, или кто у нас тут? Когда он приходил, он сказал, привет, сколько бы не прошло, он все это. Слушай, вот это вот, как ты сейчас? Улеглась, мадам. Да, мадам. Да, да. У меня 30 миллионов. А вы хоть купили? Да, они что, слухом, что ли? А лук привозил. А, я думаю, на выходных. Дима, Дима, на плитку. Дим, Дима сказала, что они будут встречи. Как это, я работал? Но я тоже. С дедом, с Серегой. О, мы тоже знаем. На снимках? Ну, я вообще так понимаю. Нет, нет, сюда. Что-то вокруг решил обойти. Но там стол, чтобы не двигаться. Что ты сделал? Цезарь? Типа наподобие что-то Цезаря? Что-то а что там в нем? Лимон, майонез, яйцо. Смотри, желток, что смотри. Это тебе не творог. Вареное, взбито. Взбито? Целиком? С белком? Да. Маша, ну это... Что? Яйца очень много. Каких-то яиц, яйца сейчас дефицит. Деликатес. Мы богачи. Богачи. Мы богачи, да. Красиво жить не запретишь. Это, Кать, скажи, что яйца лежат в Цезаре? Всегда. Да, но только там маленькие эти. Перепелины. Перепелины. Лежат, лежат. Половиночками, всегда, половиночками, перепелиные, да. Чего нет? Чего, я же работала. Да, оно делается, там еще, правда, вот этого вкуса. Ну, куда мы? Ой, ба, мне что? Стой, ничего не надо. Да, нет, до конца месяца что сделать. А ты что делаешь сейчас, Сонечка? Как раз. Я думаю, что если в воскресенье уже мы покрасим,
воскресенье прямо фотографируем, скажем, бесплатно. Мы уже будем сейчас завершаться, уже можно объявление выставлять, приходили, смотрели. Приходили? А, чтобы приходили, я думаю, уже приходили. Чтобы приходили, смотрели. Вот этот салат наш отсюда все убираем. Кирюш, надо переключить. Там надо. Что-то будет. Помаслила, специи сделала. Умница. Да. Сухарики, когда так сделаешь, очень вкусно получается. Их еще можно паприкой посыпать, если есть паприка. И паприкой посыпала. Посыпала? Все сделала. Молодец. Красотень. Цезарь, это Цезарь, да? Да, это Цезарь. Вау. Чего этого партнера? Давай, пьяница. Порядочная пьяница. Партнера моего нет.